Здравствуйте! Я хочу вам рассказать, как связать такой узор ажурные квадраты. Раппорт узора состоит из 7 петель. Здесь у меня связано 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. И вверх связано 3. 1, 2, 3. Набираете 7 петель плюс 2 кромочные. Кромочная снимается. Дальше лицевую снимаем. Вторую провязываем лицевой, вешаем 2 на левую спицу и одну протягиваем через вторую. Делаем накид, лицевую снимаем, вторую провязываем, вешаем 2 на левую спицу, одну протягиваем через вторую. Опять накид, снимаем, провязываем, вешаем 2 на левую спицу. И одну протягиваем через вторую. Опять делаем накид. Одну снимаем, вторую провязываем лицевой. Вешаем 2 на левую спицу. И одну протягиваем через вторую. И в конце делаем накид. Кромочная провязывается изнаночной. Первый ряд раппорта мы провязали, второй ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку, накиды провязываются изнаночными. Третий ряд кромочную снимаем, провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, одну снимаем, вторую провязываем лицевой. Вешаем 2 на левую спицу и одну протягиваем через вторую. Кромочная провязывается изнаночной. Так же, как третий ряд, нужно провязать 5 и 7. А начиная с 9 ряда, узор повторяется с 1 ряда. Спасибо всем за внимание. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. До свидания.